времени суток. И сейчас я проведу базовый урок по РП. Специально для новичков, которые в этом вообще ничего не понимают, но хотели бы научиться. Итак, приступим. Для начала общее. Ролеплей – это реальная игра, реальное поведение, как в жизни. Игра по ролям. Вот, например, вот сейчас я нахожусь на РП-сервере, и тут отыгрывание чего-то вот непонятного, то, что вы бы как бы не совершили в реальности, это как бы уже тут неприемлемо. То есть это уже нон-РП, нереальное действие, которое данный персонаж не совершил бы в жизни. Нарушение РП-режима. За это, как часто, обычно следует наказание. Так. Администраторские термины. Наказание. Варн, вот, возможно, многие не знают, это наказание, после которого игрок будет уволен из организации и не сможет вступить в нее в течение некоторого времени. Кик – это вас выкидывает с сервера, но не банит, вы можете тут же зайти. Действует обычно как последнее предупреждение перед баном. А сам бан, ну, тут понятие очень простое, наказание, после которого игрок просто не сможет играть дальше на сервере этом. Мут – это наказание, после которого игрок не сможет пользоваться каким-либо чатом игры. Придем к терминам, названиям действий игрока. Река – убить игрока за то, что он убил тебя. То есть вас убили, скажем, на капте, вы вернулись из больницы и убили в ответ. Так нельзя. Обычно за это, ну, конечно, не часто, но иногда встречается то, что банят людей за это. Метагейминг – МГ. Использование ООС информации в ИЦИ-чате. Например, спросить что-то в ИЦИ, то есть вот просто вот так вот, написав F6 или T. Ну, тот же там, например, что задали по математике. Это уже как бы не является игровой информацией, поэтому это как бы ООС. Это уже надо писать вот так вот. Обычно на многих серверах пишется оно вот так. И берется в такие вот двойные скобочки. Powergaming, ПГ, воображение себя супергерой, например, драка, где вы хоть и дзюдоист, но деретесь против даже двоих людей с пистолетами. В реальности, конечно, вот такое возможно, если вы там какой-нибудь Чак Норрис или другой там какой-нибудь Джеки Чан, это, конечно, вполне возможно, но в данных реалиях вы отыгрываете самого обыкновенного человека, поселенца, поэтому совершенно ни к чему такое вот действие. Банихоп, прыгать, чтобы быстрее передвигаться. Вот мы бежим вот так вот, а теперь вот, допустим, вот будем бежать вот так. И мы ускоряемся. Так нельзя тоже. Это за это обычно на некоторых очень прям таких строгих РП-серверах тоже за это дается наказание. ДМ. Убивать всех подряд без ИЦ причины, без игровой. То есть, ну, допустим, просто он тебе что-то написал там, вот в бэй-чате ходит какой-нибудь там мат. И обычно, конечно, ну, нельзя тоже ВОЗ в чате материться, но как бы вот иногда случаются такие моменты. И вы, допустим, вот разозлились, его бьете. Тупо, то есть, по идее, нету причины на это, игровой. Вы можете ему ответить точно так же, просто оскорбив его, либо там сказать ему, вы ЦИ, оскорбли меня, вот, то есть, играть на ранах. Дальше. ДБ, убийство машиной. То есть, вы взяли, задавили кого-то машиной, и, то есть, вот так вот не рекомендую делать. А дальше, СК, убийство, спаун килл, убийство на респауне. Ну, СК не обычно, ну, вот такое вот пишется, змейкой. Дальше, тим килл, ТК, убийство члена своей команды фракции, такое снова случается. А вот идет другое СК, уже вот такое вот. Это СК обозначает character kill, то есть, убийство с целью полностью ликвидировать какого-либо персонажа, участвующего в игре. Другими словами, на некоторых серверах после СК админа банит аккаунт игрока. То есть СК работает только в том случае, если при его проведении присутствуют админы, либо вы создали СС-ку на форуме. Теперь что такое СС-ки? Это какие-то РП-действия, которые были зафиксированы скриншотами, выложенными в виде РП-истории на форуме. Обычно вот у популярных серверов бывают форумы. Дальше, РК. Намеренное повторное убийство одного и того же игрока. Ну, дальше идут такие уже менее популярные. РК, в смысле, Fat Reload. Бакс быстрой перезарядки там, какая-то C+. Вилл хоппинг, прыжок с велосипеда. Ну, это
не знаю, даже ни разу не встречал такого. И fast moving, бег, баг с быстрым перемещением, скольжение. Так, как я говорил, ООС — это все, что касается реального мира. ИЦ — это все, что касается виртуального мира, то есть игры. И АВК — это away from keyboard, нет на месте, отошел от клавиатуры, это словно перевод. Теперь непосредственно о командах, то, что надо знать каждому. То есть вот приходите там, привет, прими в банду, и вас не приняли. А почему? Вы просто полный ноль в РП. Надо делать следующим образом. Команда ME. Данная команда, которую вы описываете свои действия в настоящем моменте, то есть, например, взял предмет правой рукой, после чего бросил его в урну. Там. Вот вы написали там... И это все будет выглядеть в чате вот так вот. И это будет все также у других людей над вашей головой. Такая розовенькая надпись, в основном, ну, обычно бывает розовый, такого же цвета, вот как в чате, появится над вашей головой. Это, конечно, не полное отыгрывание, но для примера, как оно все выглядит. Дальше, команда Do. Команда Do — это команда для описания чего-либо, себя, окружающей обстановки. Также можно отыгрывать так называемых ботов, существ, которых нет рядом, и с помощью команды мы создаем управляемыми. Вот я могу сейчас отыграть то, что, например, прям вот тут вот заходит какой-нибудь грабитель, крадет из машины оружие. Дальше я все это пилю в СССР, выкладываю на форумы, и мне возвращают это оружие. То есть это как бы ИЦ, то есть это реалистично. То есть вот да, допустим, вот он все-таки действительно сейчас пришел, прибежал, забрал оружие. Меня связал, или я тут просто вообще сижу где-нибудь в другом месте, и камеры это все записали. То есть, вот, например, я использую такой плагин, или Клео даже, как это называется, свободная камера, в основном для съемки видео. Все так. Можно поставить вот так, и вот вам камера обыкновенная, собственно. Так, дальше. Команда Try. А, не написал, как оно выглядит. Пишем, значит, в мир. Ставим точку обязательно на конце, пишем с маленькой буквы. В ду пишем с большой буквы. Дальше ставим точку. И это все будет выглядеть вот так вот. То есть как бы без вашего никнейма спереди. Никнейм будет в конце, и это выглядит совершенно по-другому, да? Так, команда try, да, переходим к команде try. Это команда попытки. Мы описываем действия, которые могут быть с какой-то вероятностью, то есть могут произойти. Но я считаю, что команда в принципе не нужна, потому что умный человек может сам предугадать, возможно ли как бы вот вообще это действие. Так, дальше. Как выглядит команда try? Try, честно, ну, попытался. Я ее редко использую, ну, как бы. Интересно, как. Вот, удачно. Да, значит, я сделал ошибку, пишем с маленькой буквы, и в конце у нас пишет либо удачно, либо неудачно. И вероятность 50/50. То есть, возможно, будет удачно, возможно, будет неудачно. Не знаю вообще, для чего эта команда, не вижу в ней смысла, практически никогда не использую. Так что, если хотите что-то описать, там, допустим, вот, кинул мяч и попал в корзину не через try, а через do. Кинул мяч и, допустим, вот там... чуть было не промахнулся. И, допустим, вот написали так, и уже поднялись на уровень выше, чем try. Еще дополнительно пишу, бывают такие люди, которые пишут там которые пишут в квадратных скобочках, не знаю, с какого сервера они пришли, где так устроено, пишут в квадратных скобочках вот так вот в конце действия. Блин, просто я не знаю, это каким имбецилом надо быть, чтобы вот так вот делать. Это
ни в коем случае так не делайте. Это совершенно не нужно. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Так что не рекомендую вообще писать в квадратных скобочках на многих серверах. Вас просто сразу отшивают. Потому что нельзя. Ну, как, не, можно. Но бессмысленно и некрасиво. Дальше. Идем команда Амия, которая знает просто прям избранные. Амия — это команда, которая не отображается в чате, но она отображается над вами у других игроков, точно так же, как команда Ми. То есть команда Ми отображается над вами, а команда Ами, она тоже отображается над вами. Но разница в том, что Ми отображается в чате, а Ами нет. То есть вот вся разница. Не понимаю вообще, какой смысл в Ами команде. Не знаю, возможно, какие-то там жаркие ролевики ее как-то используют. Где какой смысл? Чего не надо делать? Не думайте, что чем больше вы сделаете строчек команде Ми, тем круче будет ваше РП. На самом деле никто не будет читать все ваши тысячи строк про то, как вы двумя пальцами левой протезной руки пытаетесь достать паспорт из кармана серых джинс, которые он купил в 1972 году в магазине Биктум где-нибудь в Йетто. Никому это не нужно. Абсолютно. Так что, вот, допустим, вот, как правило, бывает достаточно одной строчки. Сейчас я научу доставать паспорт. Можете копировать это, играть на разных серверах такой же команды. Допустим, я обычно делаю так. Пишу команду Ми, там, похлопал руками по карману. Ну, я не буду писать, но, допустим, вот, руками по карману в поисках паспорта, там, допустим, Ми, найдя паспорт в кармане, засунул туда руку, после чего достал его, открыл на нужной странице и протянул человека напротив. Двух строчек вполне достаточно, особенно таких более-менее подробных. Лишнего не надо. Не надо писать в ду то, что у вас там висит. Торчит там карман, как-то, не знаю, топырен. Это, в принципе, это понадобится только в СС-ках или в СК там. То есть, вообще, по идее, этого не нужно. Так. И, конечно же, никогда не уходите от ролеплей ситуации, так как за это тоже идет наказание, уход от РП. На вас напали бандиты, повалили на землю и связали. Не надо писать, идите нахуй, уходите из игры. Отыграйте, что на вас следящий маячок ФБР, вы там специальный агент. Сообщите как-нибудь тайно об этом полиции, ситуация примет такой крутой оборот, что принимать в ней участие будет очень даже интересно. И, может быть, вам даже скажут еще спасибо. И, возможно, эта же банда захочет вас к себе принять. Так что никогда, никогда не уходите от РП. Доиграйте до конца, даже если это ваше СК. Без разницы. Если у вас вылетел компьютер или сам, или крашнуло, желательно сделать, конечно же, скриншот с часами. То есть вот такая вот фигня, чтобы потом на вас не наезжали, типа вот, что ты вышел, там и так далее. На этом все. Это был самый кратенький такой обзор, но довольно подробный, про то, как надо РПшить на серверах. Спасибо за просмотр. Учимся жаркой игре. Всем пока.